Добрый день, друзья! Я нахожусь в Паттайе и хочу вам показать вот такие вот заморские фрукты. На вид они очень похожи, я даже перепутала, потому что я покупала несколько раз ксанга, очень полезный продукт, мангустин, это у нас есть такой сок ксанга, и это очень сильный антиоксидант, очень полезный продукт. А потом купила, просто они запечатаны вот так в пакетике, я подумала, что это тоже ксанга. А это оказалось маракуйя. Вот разница только вот внешне, что вот такая вот, видите, сверху крышечка. Но внутри, если ксанга внутри выглядит как чесночок, только на вкус такой кисло-сладкий, сочный, то маракуйя, она выглядит именно вот так вот, вот посмотрите. И очень-очень вкусно. Ну, приятного мне аппетита и вам чудесного дня!